Сейчас опять скажут, своровал приветствие у Тима Хансона. Леди и джентльмены, примерно месяц назад у меня был первый и единственный оружейный зомби-челлендж в Call of Duty. Сегодня я планирую его повторить, однако в этот раз я нашел себе кучу модификаций с оружиями из разных частей серии Call of Duty. Сегодня мы начинаем с Modern Warfare 2, и, к сожалению, я не знаю, на какой конкретно кастомной карте работает данная модификация, поэтому я выбрал официальную зомби-карту Луна. Притом я не буду на нее телепортироваться, все выживание я проведу в зоне 51. Ну и надеюсь, вы соскучились по данному зомби-режиму. Если это так, не забудьте сразу же прожать палец вверх, так я пойму, что он вам действительно все еще интересен. И подписывайтесь на канал, если вы тут впервые, потому что видеоролики выходят ежедневно. А мы с вами стартуем. Итак, станция Гриффин, карта Луна. В общем, здесь можно выставить настройки, по которым я буду играть этот самый оружейный зомби-челлендж. Итак, выбираем режим Gun Game, потом геймплей с секундомером, чтобы зомби спавнились бесконечно. Хотя они так, с другой стороны, спавнятся бесконечно, да? Зомби-счетчик, да, пауэрапы не надо, открыть все двери не надо, первый раунд, и все будет нормально. Смотрите, можно выбрать еще режим только с улучшенными версиями оружия, а также в перемешку нормальный и улучшенный. Сегодня я выберу нормальный. Если что, напишите, хотите ли вы какой-нибудь из этих двух других. Итак, стартануть игру. В общем, это зомби-челлендж Modern Warfare 2. И здесь присутствует, как вы видите слева на экране, 48 оружий из оригинальной МВ-2. Я так понимаю, за основу были взяты именно оружие из мультиплеера. Поэтому абсолютно все оружия, которые присутствовали там, теперь присутствуют и тут. Правда, во время теста мое первое оружие было Беретта М9. Здесь первое оружие М93 Рафика. В общем, мы можем телепортироваться на Луну, да, все как обычно, все по канону, но на самом деле, да, лучше сюда не соваться. И перк мне выпал сегодня спидкола. Кстати, не очень хороший перк, потому что во время теста мне выпало Джаггер Фанта. Но если у меня что-то не пойдет, то попробуем заново. Итак, звук ядерной угрозы прозвенел, а это значит, что все зомби обезумели. И сейчас самое время сделать из них один большой хоровод и начать этот оружейный челлендж. Кстати, слева написано Next Gun. Это нужное количество поинтов, которые нужно получить для того, чтобы тебя повысили. И, естественно, начинаем мы выживание с пистолетов. Также не забываем про адских гонщиков, которые бегают на этой карте. И самое главное, чтобы тебя здесь случайно не зажали. Поэтому, да, сначала делаем паровозы-хороводы, а потом уже все остальное. Desert Eagle. Я не помню, кстати, сколько было оружия в моем первом подобном челлендже на зомби-карте Майнкрафт. Но, по-моему, там было тоже что-то около 50, как раз, наверное, 45 оружия плюс-минус. И выпуск получился довольно интересным. Я оставлю на него ссылку в подсказке вверху справа на экране, если вы захотите. И да, мы с вами продолжаем. Стоп, Беретта М9, да, все правильно. В общем, в отличие от моей пробной попытки, здесь все стартует именно с конца. Во всяком случае, с пистолетами именно так здесь. Ладно, в общем, паровозы, хороводы я все равно уже нарушил, да? Поэтому... Кстати, вообще карта Луна идеально подходит для подобного. Так, Магнум, это, видимо, последний здесь пистолет, да? И да, вот единственная проблема, почему мне выдали плохой перк. Буквально три удара здесь, и от моего главного героя ничего не останется, да. Все-таки так и получилось, поэтому меня откатило на несколько оружий назад. Давайте закупим спидколу. Ладно, во всяком случае, это не самый худший перк. Вообще невозможно даже прикинуть, что здесь является самым худшим. Может, какой-нибудь дедшот, хотя тоже не уверен. Так, еще раз на Магнум. Собаки. Самое главное не забегать вот в эту зону с телепортом, потому что тебя постоянно будет понижать в плане вооружения, да? И вам придется проходить одни и те же оружия буквально раз за разом. Так, ребятки, откатывайтесь. Надо было все-таки кастомные пауэрапы включить. Мне кажется, с этим было бы чуть-чуть попроще. Теперь у меня назревает такой вопрос. А пока ты бегаешь в зоне 51, у зомби, получается, ХП не возрастают, да? Растут все еще вторая волна. Ну ладно, в любом случае, я считаю, что карта идеальная, потому что здесь есть хорошая для этого площадка. Значит, пистолеты мы с вами прошли. Теперь пришла очередь дробовиков. Первый это у нас Рейнджер. Ну да, не самый лучший выбор, конечно. Могло быть и хуже. Вот, например, модель 1887. Просто почему бы и нет. И смотрю, кстати, для абсолютно каждого оружия здесь нужно потратить именно 1000 поинтов. Настрелять, вернее, 1000 поинтов, да? И главное это собаки. Начинать именно с них. Знаешь, они тебя в любой момент зажмут. И на этом выживание заканчивается. Плюсом они, кстати, еще взрываются и вроде как тянут за собой одного зомбака. Или мне только что просто повезло. Так, АА-12 следующий. В общем, категория оружия примерно ясна. Ты заходишь во вторичное с Modern Warfare 2 и идешь снизу вверх. То есть здесь сначала идут пистолеты, потом дробовики. Я могу сейчас зарандомить, что потом идут какие-нибудь пусковые установки, условно говоря, да? Ну ладно, мы это дело проверим. М10-14. Учитывая, что все идет по одной и той же категории. И вообще, кстати, это странно. Лучше бы здесь категории были рандомные. Вау! Нифига себе, как СПАС-12 быстро перезаряжается. Слушай, неплохо. Да, я был прав. Я был прав. Оружие снизу вверх именно по вторичным, а потом уже по основным критериям. Так, здесь готово. А Т4 всего лишь, кстати, 500 надо накопить. Так, собаки спавнятся. Слушай, а может быть даже PhD-флоппер здесь был бы не ошибкой, учитывая то, что пусковые установки нужно проходить. Так, собака еще одна готова. И последний зомбак.
Нет, подожди, не последний, еще один. Мне тут, кстати, еще какой-то губльгам выпал. Не помню, что он уже дает. Вот, оказывается, с РПГ не нужно целиться для того, чтобы просто стрелять. Все дополнительные оружия в оружейном челлендже были пройдены. Теперь пришло время посмотреть на пистолеты и пулеметы. Кстати, это, по-моему, самая первая категория в Modern Warfare 2, да? Поэтому сейчас по ним пройдемся. МП5, ПП2000. Подожди, это вообще автоматический пистолет. То есть категории все-таки меняются, да, время от времени. То идут пистолеты, пулеметы, то идут обычные автоматические пистолеты. Надо было, наверное, убивать главного героя во время данного прохождения, чтобы слишком казуальным не казался этот гангейм мод. Хотя, с другой стороны, если зомби тебя неплохо так начинают зажимать, ты можешь остаться на самом первом оружии навсегда. Напомню, что я была на канале зомби-карта под названием ГУЛАГ. Там я тоже выполнял оружейный зомби-челлендж. И это была не самая лучшая идея, потому что карта была очень узкая, а зомби наступали на тебя бесконечно. Так, я снова себя зажал маленько. В общем, в ту сторону больше не побегу. Итак, следующее оружие — ТМП. Да, в общем, пистолеты и пулеметы с автоматическими здесь постоянно меняются. Слушай, этот звук надвигающейся ядерки уже немного начинает раздражать, вам так не кажется? Так, 460. Ну, в общем, главное, что количество опыта не увеличивается с каждым новым приобретением оружия. Вообще, зомби-челленджи, как я уже рассказывал, да, на 100, на 200 оружия даже существует. Больше, по-моему, нету. Нет, слушай, вот с автоматами, кстати, уже больше нужно копить. Так вот, там количество поинтов постоянно растет, и надо выбирать карты как можно меньше, для того, чтобы сложнее было все это дело выполнять и исполнять. А что ж я постоянно... Нет, слушай, по-моему, я дошел тут до какого-то момента, когда челлендж пошел немного не по плану. В общем, меня постоянно здесь зажимают зомбаки, именно когда у меня автоматы начинаются. И ключевая проблема — это именно собаки, которые здесь бегают по этой зоне 51. Если б не они, все было бы изи. Кстати, хочу проверить один интересный момент. Здесь же, получается, можно оружие совать в улучшайзер, да, который находится в зоне 51. А давай-ка я сейчас по приколу попробую это сделать. Ну-ка, сейчас зомбаков маленько разведу. И суем оружие в улучшайзер. Нет, оно не работает. И даже поинты мне, по-моему, не сняли. Хотя звук, кстати, был. Может, все-таки можно забрать оружие? Нет. Да, можно было! Ин F4, что-то там, короче. Да, можно все-таки это дело сунуть в улучшайзер. Но больше, наверное, так делать не буду. Это чревато поражением. Окей, дальше М16, во всяком случае, я здесь уже не уходил. Поэтому давайте добьем остатки. Слушай, вроде по головам стреляешь, а такое чувство, как будто эффект просто нулевой. Окей, Scar H, 20 патронов. И здесь я все-таки благодарю игру за то, что мне выпало спидхола. Я наконец-то осознал, в чем плюс выпадения именно этого перка. Наконец-то я могу перезаряжать оружие, в котором вообще нет боеприпасов. Или у которого перезарядка идет слишком долго по времени. F2000 подъехала тем временем. Ну все, в общем, сейчас благодаря вот этим всем паровозам пройдем автоматы быстренько и доберемся до моего самого любимого. Это будут снайперские винтовки. А самое главное, я хочу узнать, какая будет последняя пуколка здесь. WA-2000, снайперская винтовка. И, по-моему, мы еще не все автоматы перебрали. Не было четвертой М-ки, не было фала, не было. Так, что еще? И, по-моему, АК-47 не было, да, точно. Значит, все-таки примерно в середине списка оружие здесь немного меняется. И это, кстати, хорошо. Тем временем, кстати, подожди, сколько там оружия было? 42, да? Ну, получается, половину мы с вами одолели через пару киллов. Вот, все, половину мы с вами одолели. Фал подъехал. Собачки пошли вон, самое главное с вами расправляться. Так что, народ, если вы поддерживаете идею потом сделать подобные оружейные челленджи с оружиями Call of Duty Ghost, Call of Duty 2, именно оригинальный Call of Duty 2, и Infinite Warfare, Black Ops 4, в общем, все Call of Duty, которые вы знаете, да, Advanced Warfare, просто напишите об этом, я буду стараться выкладывать данные выпуски хотя бы каждую субботу, чтобы маленько разряжать обстановку между проходниками каких-нибудь зомби-карт. Итак, Locus, подожди, Locus? Какая Locus? Этого не было в Modern Warfare 2. Или сколько там я спал? Я, конечно, не буду говорить, что автору мода дизреспект за такой косяк, но я реально не понимаю, что здесь делает винтовка Locus. Это из третьего Black Ops'а. Но что-то она забыла в оружейном челлендже МВ2. Ладно, может, ему одну пушку надо было просто добить до максимума, чтобы стартануть эту карту, так скажем. Так, ну ладно. В общем, выживание протекает нормально. Я наконец-то научился нормально выживать в этой зоне 51. Вообще, если у меня был бы губльгам перкоголик, кажется, он называется, который дает абсолютно все перки, которые присутствуют на уровне, то выживание, конечно, проходило бы гораздо проще. Правда, часть перков там была бы бесполезна, и меня бы назвали казуалом за такое исполнение. Но куда деваться, да? Следующее, М14 ИБР. О, кстати, хорошее оружие. Оно как раз шотает зомбаков прекрасно, при том, сейчас вторая волна идет. Следующее оружие, ACR. Кстати, как я мог про него забыть, точно. Мне интересно, будут ли здесь присутствовать какие-нибудь чудо-оружия, потому что это у нас, скорее всего, останется на концовку. Какой-нибудь Wunderwaffe DGMV2, да, сделает название. Драгунов, подожди, да, было, по-моему, было. И, да, самое время по собакам попалить. Слушай, они, кажется, стали еще более агрессивные здесь, потому что вообще меня не пропускают, не выпускают. И ХП у меня, конечно, тоже
не резиновая. Постоянно уже заканчивается. Кстати, 15 оружия осталось до полного выполнения. О, Барретт. Слушай, самое время сейчас, конечно, с нее пострелять. 56 тысяч поинтов. Если бы их можно было здесь куда-то тратить. А знаешь куда? Была бы тут машина, которая бесплатный перк дает. Ее же здесь нету, да, по идее? Я бы с ее помощью нормально так здесь поразвлекался. Позвольте еще раз обратить внимание, что автор немного оказуалил. Посмотрите, что у меня с отдачей было на Барретте. Прекрасно. Вот на снайперских винтовках я сейчас как раз и погорю, походу. Слушай, жесть, собаки вообще не дают продохнуть. Да, отдачи у оружия здесь нету вообще у Барретта. Поэтому с ней-то попроще. Только единственная проблема, собак очень сложно выпиливать. Нужно целиться, а в это время скорость передвижения персонажа, естественно, падает. И в этот же момент ты не можешь нормально пройти оружие. Давай, еще 2 килла всего осталось сделать. И... ну же, готово. Дракон выпал. Не, слушай, что-то здесь идет явно не по плану. У меня реально попадается оружие из 3-го Black Ops. Этого не должно быть здесь. Надеюсь, что подобное будет устранено в других челленджах с оружием. Ну ладно, будем считать, что это просто дополнительный уровень сложности, да, дополнительная накрутка оружия. Ну и добиваем остатки. И следующее оружие, пожалуйста, в студию. Это у нас АК-47, да. Окей, ну в общем осталось 12 оружий. В принципе, недолго, это тебе не ГУЛАГ, где я там минут 30 где-то это дело проходил. М14, подожди, М14? Она у нас, по-моему, была уже, только у нас была М14 ЕБР. Это у нас опять какое-то оригинальное оружие подъехало. В общем, да, судя по всему, в Modern Warfare 2 было настолько мало оружия для подобного мода, что автор решил его подкрутить еще и из первого Black Ops. Не, ну окей, как бы, не осуждаем, все равно нормально, мне кажется, получилось вполне. И, ну, интервеншн-то я быстро, наверное, пройду. Хотя, по идее, с болтовками это правило вообще не распространяется, потому что постоянное передергивание затвора, плюс она вообще не ваншотает. Кстати, она ведь реально не ваншотает. То есть, получается, здесь раунды все-таки имеют значение, точнее, лимитированный геймплей имеет все-таки значение, да? Да, смотри, я вообще их почти не шотаю. Вот знаешь, прохожу эту карту минут 16 и до сих пор не могу нормально отсчитать тайминги, когда появляются собаки. Я так понимаю, может, каждые полминуты где-то, но не каждый раз, когда ты их устраняешь, это 100%. Готовы к следующему оружию? Хорошо, стартуем. РПД, наконец-то! Воу-воу-воу, а че он так замедляется-то, когда стреляет? Слушай, тут когда этот герой с РПД стреляет, он стоит на месте. Точнее, нет, он передвигается просто со скоростью черепахи. РПК, понял, это снова у нас, по-моему, не из Modern Warfare 2. Это уже чисто подкруточка вооружения подъехала. Кстати, с РПК персонаж стреляет более-менее нормально. И я очень рад, что наконец-то мне дали хотя бы такое оружие. АУК H-бар, так. Ну, это дело быстро будет пройдено. Главное, собака избавится. Вау, главное прыжки их разводить, да. Чтобы они потом не успевали нанести хит по главному герою. L86 LSW, или же это оружие можно назвать просто как... Да какого? Ни хрена себе, им вообще насрать было только что на попадание с пулемета этого. Окей, go on, зомби, go on. Давай. Слушай, а может даже пиво двойной выстрел здесь не ошибка? О, черт. Скорость передвижения просто мизерная. Ребят, пожалуйста, откатывайтесь. Готово. М240. Окей, примем это оружие. Там, правда, было, по-моему, 249, но не имеет значения. Дальше МГ4, да, было такое. Ну и все, как бы зомби-челлендж подходит к своему завершению. Успешно он был выполнен. Ну, исполнен, конечно, не особо был хорошо. Но ладно, здесь, во всяком случае, умереть нельзя. Это, так скажем, небольшой казуал-мод. Но такой присутствует, по идее, везде. Зепган. Зепган? Подожди. Это оружие из Modern Warfare 2, да, держу в курсе. Слушай, а зепган, получается, стреляет одинаково с двух рук, да? Точнее, первым делом он бьет током, второе это уже разряд какой-то, который убивает зомби. На данный момент это самое сложное оружие во время выполнения данного задания. Потому что оно всего лишь дает тебе по 50 опыта, и при этом выпиливает сразу же толпой. Ну все, одного осталось попилить, давай. И рейган, да, я так и знал, что все-таки в конце здесь будут нормальные оружия, так скажем. Ну, в общем, все, здесь уже, наверное, проиграть невозможно, да? Меня же не откатит обратно на вот эти два лучемета. Если сейчас это произойдет, считай, что это все, круговорот лучеметов в природе. И я вряд ли осилю выполнить это дело до конца. Так и в случае с зомби-картой Майнкрафт, я так понимаю, в конце остается только Вундерваффе и, наверное, Десница Зевса. И я так понимаю, каждый подобный зомби-мод, а он сделан одним единственным автором, будет так завершать каждый ваш забег. Значит, все, 500 поинтов. Давайте мне сюда Вундерваффе. Я уверен, что сейчас будет именно оно. Да, стреляю по ногам, потому что нужно больше поинтов получать именно с толпы, а то, знаешь, многие спрашивают, типа, почему ты постоянно по ногам стреляешь? Да вот потому что. Потому что ПТС здесь важнее, чем киллы.
которые можно сделать. Кстати, Рейган Марк 2 выпал. Я был неправ. Вундерваффе здесь не будет. У меня теперь новое испытание. Мне нужно пройти до конца вот эту карту. Притом бегая только спиной получается. Притом собаки-то вообще не спавнятся. Ой-ой. А вот этот фейл. Уф, это было близко. Кстати, заметил то, что собаки перестали спавниться. Это либо из-за того, что я не расправляюсь уже с зомбями, либо из-за того, что под конец меня решили особо не душить. А, подожди, так... я думал, еще одно последнее оружие будет. Окей, Рейган Марк 2 последнее оружие, М93 Рафика было первое оружие. Что ж, народ, это было, в принципе, интересно. Это был оружейный зомби-челлендж с оружием из Call of Duty Modern Warfare 2. В скобочках почти. Надеюсь, он вам понравился. Если это так, не забудьте оценить ролик Лукасом и подписывайтесь на канал, если вы тут впервые, потому что видеоролики выходят ежедневно. Далее, если вам зайдет, я найду следующий оружейный зомби-мод и поставлю его для того, чтобы поиграть на какой-нибудь другой карте. С вами был Спектр, чекните плейлист Call of Duty Zombie, который прямо сейчас находится у вас на экране, чтобы посмотреть предыдущие, а возможно будущие серии по этому режиму. Всем желаю удачного дня и всем пока.